Осенняя благодать. Осень. Овощи собраны. Листья разбросаны. Пожелтели. Небо хмурое. Собачка стоит там. Оп-оп-оп. Кошки ходят. Оп, забежали в кусты. Собачка в вольере. Серегина. Оп. Она хочет есть. Ух, потянулась собачка. Смотри, большая стала собачка. Вот вам. Все 2 месяца, да? Да? Ну, такая большая уже овчарочка стала. Уже вольер, наверное, не вмещается. Но нет, вольер, в принципе, нормальный. Вот такая овчарочка. Ах, завиляла хвостом. Да. Хочет кушать, наверное. Смотри, тут стройка полным ходом, как обычно. Щебень она достал. Ну, это все для строительства бани. Вот. Что еще можно сказать? Ну, все засохло по сравнению с летом, как вы видели, буквально пару месяцев назад. Все уже засохло, и цветы возле дома, еще травка зеленеет, все уже не так уж и свежо, и зелено. Все это такое унылое состояние находится у нас. Уже морковки, не свеклы, все уже снято, конечно. Цветочки такие вот. Оп. Осенние. Лёва ходит. Пошел куда-то. Всем привет. Вот. Да-да-да. Вот. Ну, тогда осталась капустка осенняя, как говорят, поздняя капуста на дачах. Вот. Ладно, снимаю хоть у кума, у меня уже все давно снято. Вот, без меня, правда, ну, все уже. Моя мать приезжала, все сняла. Свеклу и морковку, капусту позднюю. Ну вот так вот все вот осталось. Клубника. Все это, конечно, остается. Смотрите, грядки клубники. Все это остается. На зиму. Весной все это убирает лишние, как говорят, там усы у клубники, что-то такое. Ну и вон там вот дальше поле. Как вы помните, под картоху, да? У Сереги было. Листья, листья, листья. Вот, и здесь, соответственно, здесь, походу, земля просто была нетронутая. Как говорят, солена, перегнивала. Вот, вот, в принципе, что было летом и что сейчас осенью осталось. Сразу все это заметно, конечно. Смотрите, да, по деревням. Ну, соответственно, парник есть парник. Не знаю, сейчас посмотрим, вот зайдем туда. Ну, осталась одна капустка. Вот такие качанчики. Вот такие качанчики озимые. Озимые качанчики. Ну и, соответственно, растения. Так, сейчас посмотрим. Оп, ну вот парник. Естественно, все пустое. Вот, посмотрите, какие-то
гербарий сушеных. И морковка, и свекла тут чуть-чуть хранится уже в сеточках. И вот такой уже пустой парничок. Соответственно, все это будет вычищаться, все эти веревочки. На чем были помидорчики завязаны, перчики, огурчики. Все это будет перекапываться, соответственно, мне кажется. Вот, и заново все в следующем году, под следующий год удобряться. И так все полагается. Все делается в парнике. Вот, ну что, закрываем парничок. Оп, все это дело закрыли. Вот также здесь клубничка немножко. Вот, ну, все, в принципе. Вот мы с вами вошли в Сергеев участок. Вот, смотрели, что к чему. Вот, так что вот так у нас сегодня вышел очаровательный денек. Сняли мы сегодня и про баньку, и про Сергеевин участок, про садовый вместе с нашей собачкой, да? Оп. Охраняет, да, собачка, да, наш правильно участок, дом, естественно, в частных домах так надо делать. Вот, о, кстати, сняли про ушицу, как готовить ушицу, да, вот, кстати, ушица была просто отменная, я вам скажу, попили хорошо, молодцы, ушица чисто из кружечек, кто-то ложечкой ел с пшенчиком, а я просто жирочки попил ушицы, ну и потом уже, соответственно, после ушицы просто поели щучки одного миска. Более мне полезно сейчас все это дело есть, рыбку, холодечек и все такое. Ну, так что вот так вот отдохнули сегодня на природе. Шикарно, в принципе, денек сегодня вышел. Просто и сидели, ребята вот поработали, я сварил ушицы, и день рождения вроде отметили там вот, так, товарищи, коллеги по работе. Вот, денек, конечно, сегодня прохладно было, конечно, холодненький. Ну вот под вечер смотрю, смотрите, погодка разыгрывается. Появились облака, так называемые. Ну, дня через два уже будет все, плохая погода. Вот, на самом деле заморозки. Ну что ж, хоть какой-то, никакой, но хоть на недельку и на 5, на 6, но бабье лето на нас посетило. Вот, и мы, в принципе, очень этому рады. Сняли очень много роликов, походили даже с семьями, с детьми, поиграли, погуляли. В принципе, каждому это не безразлично, я считаю. И все рады, все довольны. Вот. Так что вот такие дела. Так что ладно, подписчики, зрители моего канала на YouTube, оставляем комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем до встречи, всем пока.